Grim Dawn. Очень давно в эту игру играл. В первый свой раз. Может, 2 года назад, не знаю. И она сильно изменилась. То есть, вот сейчас я в нее играю, она прям реально охеренная. Черт, камеру перекрутил. Вот в ПОЕ я уже где-то поллиги только отыграл. Все, больше в ПОЕ я не играю уже. В следующей лиге буду. Сейчас разложу инвентарь по-быстрому в городе и покажу квест. Ну, в принципе, это экшен ARPG. То есть тут есть город, тут есть стэш, где я что-то похожее на полезное складываю. 10 тысяч на расширение сундука. Нет, пожалуй, пока. То есть, ну, все атрибуты экшен RPG торговцы стоят, ну, только эта игра не онлайн, то есть ее на паузу можно поставить. Играю на хардкоре, вот, в верхнем левом углу написано, то есть режим с одной жизнью. Это пиромант, получается. Подрывник-оккультист. У меня проблема с маной. То есть очень быстро заканчивается энергия. Вот у меня аурка, огонь возмездия. Зарезервировано, ну ладно. Так или иначе. Где тут квест? Вот. Так, найдите лабораторию коменданта. Ну вот она, подвал коменданта. Вот когда-то давно я в эту игру играл, примерно до отсюда дошел, мне кажется, не знаю, не помню. Так или иначе, мне очень нравится. То есть я за один заход сейчас это играю. Скилл у меня основной — это оглушающие снаряды. То есть зачистка и против соло-целей вроде работает. Играю им. Энергия тратится быстро. Вот эти провалы, их по идее взрывать можно, но для этого нужен динамит, а у меня его нет. Плюс у меня питомец, ворон летает, как видно. Вот он за мной летает. Ему еще можно прокачать умение, чтобы он хилил меня, насколько я понял. Видите, мобы друг с другом дерутся. Вот урона вроде как хватает. Ну да, в принципе, проблема только с энергией. 15-й левел. Ну и тут мобы примерно такие же. Тут на мини-карте, в принципе, все указывается, грубо говоря. Проходы на следующую локацию, квестовые цели. Питомец живучий, кстати, у меня питомец ни разу не умирал. Ну, это такое, это у меня чисто для ассиста. То есть такой помощник, можно сказать, бегает. Прям вкладываться я не собираюсь в питомцев. То есть чисто дополнительный урон такой. Вот 16 уровня мобы есть. Есть мобы, которые взрываются. Больше всего дамага мне яд наносил. Я помню, как чуть не умер вроде от яда даже. Вот вроде бы как яд до хрена дамажит. Out of energy — это плохо. Не разобрался еще, ну, не полностью разобрался. Для чего некоторые предметы нужны? Вот звездой на карте обозначается цель квеста. Пойдем дальше. Вот такая девочка. Опа, на портал. Разлом перехода коменданта. Что-то порталы по КД тут. На прошлом этаже тоже был портал. Это ладно. То есть реально офигенная игра. Я бы дал вообще, не знаю, максимальную оценку. Если честно. Черт. Есть колбы для восстановления энергии, но их как бы мало.
То есть они редко дропаются и непонятно где покупать. Вот. Шанс блока 15%. Время в игре 2 часа 16 минут. А, вот, кстати. 2 часа 16 минут. Резисты у меня вообще рандомные, то есть к чему-то у меня вообще резистов нет. Такое. Я не со всеми мобами дерусь, потому что мало маны. У меня не хватит маны просто, чтобы идти и все убивать. Ну, тут не мана, тут энергия. Потому не со всеми мобами дерусь. Комендант — это злой босс. Начальник тюрьмы, бывший, которым завладел злой дух. Собственно говоря, нужно его прикончить. Вот такие алтари встречаются. Это значит... Ну, могу показать даже вот. Набожность можно вкладываться. Небесные силы. Чтобы прикрепить небесную силу к навыку, нажмите на иконку в окне набожности. Берите навык из списка. Что? Вот, небесные силы. Еще раз. Небесную силу. Мы должны сначала изучить ее в окне набожности, затем выбрать нужный из обладающего списка. Так. Что я выучил? Что я выучил? Вот я выучил. А, во. 8 секунд перезарядка навыка, что? Черт, это не то. Короче, этот баф, он будет увеличивать перезарядку, а мне это не надо. Цвети или не будет ей, я ни хрена не пойму, как это работает. Так. Чуть не пойму пока, как это работает. Тут написано 10 секунд, 8 секунд перезарядка навыка. То есть я так понял, что будет увеличивать время перезарядки, но вроде не увеличивает. Лол, нифига не увеличивает. Да. Нифига тут толпа. Их кто-то оживляет. Да, их призывают. Значит, не варик с ними драться. Пойдем вперед, значит. А, тут закрыт. Кто-то звонит, но это ладно. Блин, опасно.
Ну, главное, чтобы эти мобы не зажали тебя в углу и не запиздили. Так, в принципе, это ничего. Я не могу понять, кто их спавнит или что. Ну, это ладно. Плохая локация, запутанная. Неудобная. Не люблю такое. Level up. Блять, сука. Короче, я не пойму, откуда они берутся. Вот он, кстати, но это не босс. Это просто элитка. Это не босс. Видите, энергия заканчивается. Ну, реально у меня не хватает просто. Вообще не хватает. Изи. Короче, все подбираю. Вообще непонятно, куда бежать. Вообще непонятно. Настя, походу, вообще не туда пришел. Надо вообще в другую сторону бежать. Хотя нифига. Как я не заметил, какой-то проход есть. Сука, блядь. Да, есть какой-то проход. Терпеть эту хуйню не могу, когда мобы стомпят. Железки — это местная валюта. Да, вот есть проход. Вот эти мобы взрываются. Блин. Пистолетом бегаю, потому что у меня типа усиленная атака есть. Ну и чтобы ей бить. Вы получили статус презираемый для фракции эфириалы. Ну и эфириалы это по сути, ну как бы, враги. То есть я не представляю, как с ними можно хорошую репутацию получить. То есть это монстры как бы враги. По идее, с ними не должно быть хорошей репутации. С эфириалами. Встречаются иногда усиленные мобы. Элитные. То есть это не боссы, а просто, ну, усиленные. Вражеский герой называется. После них шарик остается, и вот этот шарик раскалываешь. Из него дроп вываливается. Железные двери. Комендант Грик. Нифига, у него 19 уровень, кстати.
had opened that. Надо его подручных убить. Он на 3 уровня выше меня, но думаю, это меня не остановит. Нет, нет, нет. I'm out of energy. Готов. Все, теперь эта тварь одна осталась. Витю, у меня ворон дамажит. Могу вообще АФК бегать и все. Звук что ли лагает, не пойму. Это мой первый босс получается. То есть не просто усиленный враг, а именно сюжетный босс. Типа это сюжетный именно. Таких-то я уже убивал. Готов. Он мне, кстати, нормально дамажил. А, тут вторая стадия, я понял. Не люблю вторые стадии. Просто ненавижу вторые стадии. Интересно, что будет, если я из игры выйду? Тут же вернусь на этот же момент. Ну, аккуратно убиваю. Сука. Ну, он станет, типа. Притом, очень жестко станет. В пое я бы уже труп был, наверное, от этого. Очень жестко станет. О, это очень сильно. Это типа... Это вообще какая-то... Я даже не пойму, как это работает. У меня просто герой не бьет. То есть, в принципе. Не знаю. Я баф потерял, который у меня реген увеличивал. Наконец-то. Это типа очень жестко было. А лута-то сколько? Пиздец. Сука. Он даже его подобрать нормально не может. Блять, кто это? Блять, это так глупо выглядит. Все отлично. Это была тупиковая локация. Вот такой портал можно создавать. Но мне кажется, это тупиковая локация была. Вот этот. Вот эта лаборатория. Ладно, пора теперь идти в город, сдавать квест. Типа я убил его. Is it finished? Это конец, комендант мертв. Да, я убил его. Наскром коменданта большая победа не только для нас, но и для всего человечества. There are those of our own kind who would see us dead to take what little we have, or just for the pleasure of killing.
Among the innocent who passed through this prison on their way to Krieg's lab, многие бандиты бежали из этой тюрьмы. Murderers and worse. Many of them escaped to the northwest after the grim dawn, forming into ruthless gangs who prey upon drifters still traveling the roads. Since a river separates us and them, they have not been a problem thus far. Except we need farmers to get back to the. Okay. So you must be the kid that's causing a stir in my absence. Ладно, короче. Вот как-то так. То есть первый босс. Видите, как быстро тратится энергия. Вот, это первый босс был. Так что как-то так. Ну, именно серьезный босс. Как-то так.